Глэм-журналистика. Вот вы все интервьюерки вот такие вот, понимаете? Ну, а у Лапенко что? Что? Он всегда в сольном. И сегодня в сольном. Нет, ну я правда, ну... Ну все наладится. Всех Шихман записывайтесь. Сейчас мы с вами узнаем, что скрывается в самой таинственной комнате нашего дома. Глэм-журналистика. Александр, вы, конечно, поражаете. У вас в этом году столько замечательных проектов. Да. Вы опять давите на больную мозоль? Вот вы все интервьюерки вот такие вот, понимаете? Ну, правда, вот что у меня произошло? Вот загибайте пальцы. Фильм выпустил? Был. Ну и был и был. Сериал? Я думаю, что запустим. Загибайте. Шоу есть, клипчики есть. А у Лапенко что? Что? Фильм, сериал и шоу. А клипчиков-то нет. Или вот это, по-вашему, вот этот, ну вот это вот, советский инженер его. А там же голуби, голубка моя. Кому это смешно, ну 20, ну весело. А этот у него образ, рокер. Подождите, сейчас вяжу, бандана не мое, но и ничего страшного. Сурсуля, ну-ка, 20-й год, люди смеются, весело. Извиняю. Я могу тоже шоу свое сделать, правда? И назову его как-нибудь, как у него. Гудков внутри Лапенко, вот. Извините, пожалуйста, мне кажется, что это как-то двусмысленно звучит. Зато я у Дудя был первым, чем он, вот. Ну вы-то в групповом выпуске были, там и Соболев был, и Сатира, а он-то в сольном. Он всегда в сольном, и сегодня в сольном. Нет, ну я правда, ну, я свое шоу сделаю, а он выскочка. Ну, у него все получается. Ну, он разноплановый. Я даже вон состою в его фан-клубе. Я обожаю его. А он... Саш, успокойся. Ты все будет... Саш. Ну, ты что? Ну, все наладится. Ну, снимите вы еще сериал какой-нибудь. Ну, перестаньте. Саш, вы самый лучший. Слушайте, ну... как-то это полегчало, что ли? Слушайте, как... Прям как-то... Как рукой сняло. Слушайте, я слышал, что у вас такая энергетика, но чтобы вот так прям... Да ладно, перестаньте. Я к вам буду ходить. Буду. Почаще приходите. Да. И всем скажу. И, кстати, вот это вот тоже вам. Держите. Спасибо большое. Да, это вам. За работу. Спасибо. Все к Шихман записывайтесь.